Так, хватайте стены. All jump. Я, кстати, с геймпада играю. Так, все, полетели. Посерьезнее, пожалуйста. О, модератор, сделайте, пожалуйста, ставку. Одержу ли я победу? А то же они победители у нас будет. Хотя подождите, пока на первую партию не делайте, мы разбираемся. Что тут вообще делать? Ой, нет, я сейчас умру! Нет, пожалуйста, нет! Так, я могу прыгать, я могу... Да, вот туда. Туда. Сейчас засосёт нахуй, ты чё? Уехал, уехал. Блядь, куда ты вылез? Пожалуйста, только не смерть в жерновах. А как хвататься, кстати? Куда вылез, да? Гэнг-бэнг начинается. О, я начала хватать. Дима, нет, как ты мог? Нет! А красная тогда... Бабушка, иди в пизду! Знаю! Иди сюда, внучок. На, похлебали. Тим, щучок, я тебя сейчас похороню здесь, понял? Улетел. Чат, надо разобраться, как хватать. На мышку. Левая, правая. А я просто с геймпада. Может, вот так вот? Геймпад отбил. Диман, иди в пизду. А чё никого еще? Вообще... А если так? Диман, у нас задрот на карте. А-а-а! Алексей, не ожидал такого подвоха. Нет, пожалуйста, мои ноги. Диман. Алексей, так вам и надо. Туда, в жернова. Баб. Нет, дайте мне жить. Засосало. Давай, мясорубку. Диман, подбери. Давай, мясорубку. Как ты так поднимаешь? Ты уебан! Малой! Блять, не выкрутишься! Не выкрутишься, малой! Старый малой! Тебе пизда, я тебе отвечаю, нахуй! Сейчас я пойму, как хватать, блять, нормально! Ты куда, блять, попрыгал? Да, блять! Я закрываю малей, между прочим. Хватать левой, правой мышкой, а на shift поднимать. Я, наверное, сейчас перейду тоже на клавиатуру. Каравай, кто на... Ой, блин, я чат сейчас набрала каравай. Я сейчас сломаю, Диман. Чат, кто на геймпаде? Скажите, на что здесь хватать? Сейчас, короче, тебе въебало. Один разок. Смотрю, он носит тебя на руках, это так мило. На, старый! Сука. Тебе надо его ударить по лицу, чтобы он нокаут упал. Не бьет, что-то тебе. Ой, блядь! Грибок. А, кстати, может быть грибок, да? Нет, каравай, сопротивляйся, пожалуйста! Сопротивляйся, давай, ты молод, у тебя столько сил! Давай, 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 Диман! Каравай, уху, с победой! Заляло нахуй, еще и сам сдохну, похуй. Хорош, хорош. Я тебя пожалел, каравай. Давай, ебало. Да-да-да-да-да, Дим. Вот, теперь, модератор, делайте, пожалуйста, ставку. О, вот это имбовая карта. Это имбовая карта. Так, попробую на грибок хватать. Бабушка, ну Тимми, бабушка! Ладно, нет, грибок не работает. Давай. Икс. Сейчас. Бля, за мной старость идет, сука! А вы не могли бы меня, пожалуйста, не бить? Я сейчас просто я с кнопочкой разбираюсь. Уехали. Понятно, с хуйней хуярит. И сиди держал, смотри, сиди держал. Так, ребята. Оба, полетели. Похоже, не одержал я победу. Ну, получается, проиграл, да. На. А почему я приуныла? Так, а если я нажму... Тебя бабушка пизданула. У вас запаузилось все? Нет. А, не бить, пожалуйста, я сейчас просто смотрю. Ага. То есть тут управления вообще нет. Все, я забиваю на джойстик этот обоссанный. Все, я перехожу на клавиатуру. Отпусти меня, отпусти. Ну-ка, давай! Отпусти меня. Открывай, брат. Ух ты, блядь. Не, так не работает. Дима, куда ты меня понес? Я сейчас... Дима, подставь меня на место. Дима, я буду подавать в суд. Нет. Дима! Я бабуля, я бабуля, я бабуля. Убейте Ликса, пожалуйста, чтобы отомстить за меня. Сейчас, сейчас, сейчас. О, давай, давай. Уехали. О, бабуля с победой, бабуля с победой. Главное, Димана с собой взял. Мне очень нужно, чтобы кто-то из вас, кто играет на геймпаде,
Сейчас зашел Гангбиц и сообщил мне, как мне хватать. Я засну нахуй. О, вот тут надо за ринг выкидывать. Давай, полетели. Сейчас я тебя разбужу, кроватчик. Пиздец, я не могу. Да чат, я на геймпаде, понимаете, я не на клавиатуре. Ой, я как-то схватила. Я только что как-то схватила. Или да нет? Отпустите! Ну, Димара, нахуй отсюда! Кепку сняли его! Нахуй! О, все, я, по-моему, научилась. Все, ребята! Я научилась хвататься вам ГГ. Отпусти, отпусти. Все, нет, ну, вам правда жопа. Я научилась хвататься. Все. Поиграно, так сказать. Сейчас я всех унесу. Все, улетело. Отстаньте меня! Лекс, я пришла мстить! Курабай, давай вдвоем на него. Давай вдвоем. А потом уже между собой разберемся. Так. Что это такое? Батя с сыном вступились по пьяни. Да идите отсюда! Кровачик, наша задача сейчас Диму выкинуть. На, в подбег. Я тебе сейчас дам, блять, сука. На. Давай, давай со второй стороны на него. Он мне пизданул. Да отстань от меня, блять, старый. На, нахуй. Димоля, иди сюда. На, блять, иди сюда, сладенький. Ай, за что в лицо? На. Ты мне кепку снес. Все видят теперь мою лысину. Давай, за борт его, за борт. 3-4. Ой! Нет, Кровай, нет! Да пиздец! Нет! Диман! Я тебе сейчас волосы вырву. У меня их уже нет. Да ладно, немножко есть. Не скажу где. Так. Ну давайте, давайте, ну. Хватай, поднимай, выбрасывай, Дина, давай. Так, а как мне поднять? Сейчас я разберусь. Ну хватать я уже умею. А как бросать, Лёш? Просто мышки туда его перекидывай. Типа, переводи. Так, Лёш, ты вообще за кого болеешь? Я болею за... А кто есть? Я с островом на голове. А, тогда я за лысого один. Извинись. Так вот, да? Да нет, конечно же, нет, Диночка. Если вы играете, как можно болеть? Вырубить тебя сначала. Спасибо большое. Если что, я желтая, чат. Как можно подсосать девушки? Что? У тебя же жена, ёбаный рот! Я не знаю, как кидать. Лёш. Да. Это настоящая битва. Хоть где-то они займутся борьбой. О, я тебя башком могу ударить. Сюда. Сюда подошел. Один уехал. Сейчас ты меня уедешь. Как выкидывать? У меня не бросает. Да ты не хватаешь, потому что... Ну, руками схвати сначала. Потом подними на shift. Вверх. Руки. Вот так. И все. И туда, и к этот краю. Она прям не бросает так, просто мышкой надо переводить. Там двигать мышкой надо? Ну да, типа мышкой двигать. Ты можешь его просто ударить. Она мне в глаза вцепилась. Ты его можешь ударить, ты его вырубишь, а потом поднимешь и выкинешь. Если ты точно попадешь в голову, ты его вырубаешь. Не хватайся именно. Я хватаюсь, чтобы он меня не выкинул. Что такое? Поставь меня на место, Дима. Все видят мой пах, перестань это делать. Каравай уже уснул, быстрее. Ну, нихуя звуки, блядь. Не уснешь, блядь. Согласен. Каравай, кого хочешь, выбирай. Да хватит меня раскручивать, Дима! Что за грязные танцы? Да как? Вот, ты че фэм. Мертвый каравай лежит за рингом. Каравай, кого хочешь, выбирай. Навалило тебе. Ну давайте уже. О, сам сюда! Да, сам, конечно. Да у меня не бросает. Всех по победе. Всех по очку. Да, все по кругу. Ее же очко залетит, это победа. С победы те, кто ставил. Так, надо просто вырубать. Просто вырубать надо вот так, раз. А нет, Алексей, так просто не получится. Помоги, сука! Нет! Нет! Давай, Дима, я тащу! Дима, давай! Дима! Пожалуйста, помогите! Бля, давай, Дима! Алексей, ну вот мы с вами остались. Нахуй я тебя! Алексей, там еле держится. Алексей, тебя уже, слышишь, тебя уже трясет. Леха, не перенапрягайся, отпусти, тебя уже шею трясет. Ой, внучка, отпускай, я крепко держу руками. Нет, я не пущу. Ой! Нет!
Смотри, смотри, смотри. Поп-чамп. Типа такая попа. Диман, ты такая крыса, я не ожидал. Я случайно. Да, случайно я нахуй просто выгнал, блядь. Вот так помогаешь людям, они тебя нахуй высылают. Блин, некоторые раунды так быстро завершаются. Конечно, Диман просто спасают. А, надо заново ставить. Я победил. А, там до двух побед, походу, дело. Там надо больше поставить. Да. Давай, может, я три поставлю? Я три сейчас поставлю. А может, ты три поставишь? Давай, давай, давай. Мне надо разговаривать, иначе я усну. Так, каравай, Борис, комментирую каждое свое действие. Вот, нормально разбудит. Перекрикиваются. Запомни, есть два типа людей. О, дирижабль. Дима, ты ведь о ней заботишься, а да? А там этот, да, появился? Новый этот вышел, да? В рот ей на ночь кое-что засунул, что Властелин стремец, братство Твича, вы видели? Не-а. Первая часть сегодня выходит. Блять, вы такие ебланы. Сюда. Эй, вы что, уже запустили? Блять, Диман, такие ебланы. Мы с Диманом и Лёху вдвоём несли, вдвоём. И сами туда ухнули. Да, давай, кого хочешь, выбирай. Кстати, пол проваливается. Да, тут пол проваливается, поэтому... А, ого. Подожди, Дима, ты ей в рот засунул, но у неё же такой маленький рот. Ну, как говорится, может быть, там и небольшой-то прибор. Не я это сказала, если что. А почему Алексей просто стоит и смотрит на то, как Дима... Улетели. Карабуся, улетаешь, что ли? Бля, тут дурень прозаворовалась. Улетаешь. Конечно, ты со второго этажа спрыгнул. У тебя вес-то не маленький, брат. Алексей. Ой, свернулась. Че? Игра свернулась. Внучок подкрадывается к бабушке со спины на стройке. Ебай, мам! Отпусти нахуй меня, брат! Отпустить? Так, в какой руке ты у меня? Вот в этой, по-моему. А тут руки еще можно выбирать? Да, конечно. Что вы там делаете? Внучок, что ты делаешь? Меня колонны закрывают, я не вижу, что вы там делаете. Внучок, что ты... Что ты делаешь с бабулей? Что ты там? Ничья. Среди вас ничья. Бабуля, бать тебя накидал. Ну, получается так. Вы вместе умерли. А мы с Ликсом первые умерли. Это значит, что я не победил, если что. Результат не победил. Ну давай, Дмитрий. А я, пожалуй, спрячусь от вас. О, давайте, деритесь там. Что такое? Деритесь, мои хорошие. На. Ебать, бабка задает. Блин, я хочу подглядывать за вами, что там происходит. Ай! Что у вас там за херня? Я въебу ему, отпусти! Я не пускаю, Дима! Дай, у меня рука уже заряжена, бабушка, дай! Бабушка! Что вы на бабку накинулись, а? Молодежь, а ну разошлись! Да, мне эта бабуля пенсию свою отдавала, ну, а вы чё? Ну, отпустили бабулю. О, нихуя, кепки улетели все! Так это да, я башкой шарахнула. Куровай, по-моему, я тебя до потери сознания забила. Димана за руку! Бля, Диман, сука! Жить, живи, 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 корова! Корова! Диман, закинь! Сюда! Давай, давай! Бля, Диман, ты заебал! Хули мы вдвоем только умираем с тобой? Герой другого яму, Дима! Ты потому что ты скидываешь меня, козел! Это все потому, что вы бабулю тогда нокаутировали. Это вам за это. Да, ни за что вообще просто. Вообще. Старость не уважаете. Ух ты, а тут какой-то айсберг у нас, да? Дурацкая карта. Айс, цеп на мне, айс. Ой-ой-ой, Леш! Он, наверное... Леш, ты... Сразу в воду прыгнул. Ребята, а почему вы решили сразу в воду прыгнуть? А что я умер? Блядь! Я умер. Ой! Блядь, я тоже! Ой, нихуя! Ебать! Ага! Буёк! Сюда буёк. Бабуль, как дела? Ой! А! Нет! Да куда вы? Нет! Да бабка! А я к
ты пытался. Сюда, хорош, открывай. Внук выжил. Отдала жизнь за внука. Самая настоящая бабуля. Соседи сейчас скажут, ебать там еблан. А у тебя хорошо? Только сейчас? Ну да. Да не, ну просто еще ни разу не говорили, поэтому нормально. Согласен. А ты знаешь, что там за соседи? Ты с ними знакомился? Да, видел. Бля, Дима! Бля, Дима. Ой, бабуль. За что бабку головой? Как-то неловко становится, ребят. Сюда, сюда пенсия, так. В смысле? Оп, убил Дину нахуй. Знаете что, а я хочу... Ну, Лёха, не рвите бабку. Не рвите бабку. Лёха, хватит. Не рвите бабку. Кидай её нахуй, кидай. Отпустите, не рвите бабку. Порвал лоб. Бля, Диман, иди в пизду. Да Диман, блядь, ты меня зашей, сука. Отпустите бабку. Ты за волосы прям схватил, паскуда маленькая. И очко мое, очко отдай. Дима, ты чего за бабку набрасываешься, а? Сейчас надо вырубить их бабку. Я сейчас постоянно вырубаю за бабочку. За бабочку. Полёк. Так, Алексей, давайте вы пока малого нокаутируете, а я батю вышвырну, давайте. Да малой за волосы цепанулся. Давай нахуй отсюда! Ну ты охуел! Тяжело, не могу поднять! Ой, мочо улетело! Да сука! Ай! Нет! 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 Не так это должно было быть! Нет! Выжила! Пог! Крывай, за что? Давай, ебать, ебать! Алексей, за что все втроем там на меня? Нет, нет, это не мы втроем. Отпусти, отпусти. Ух ты какая. Ёааа, прыть, какая прыть. Дима! Травая, выкидываем. Я тебя сейчас выкину, сука старая. Это мне? Надеюсь, игра разрушает семьи. Ой! Да нахуй! За что меня-то? Каска полетела. Бля! Давайте все вместе. Так за что меня-то, Алексей? Бабуль, да давай, давай вместе, хотя бы. Димана, вот давай Димана. Вот давай, так, давай. Меня сможете убить. Да не меня-то. Давай, это какая-то Димана, самая все, сложная понесли. Карта. Кровай, что произошло? Я надеюсь на тебе, ёбнуть. Опа. Дим, как отдыхается? А что это вы меня рвете с внучком? Бабуля, еби! Бабуля, еби! Ну, как скажешь, внучок. Да в наше время все... Ой! Ой! Пиздец! Ясно, проплачено. Ну, понятно. Да. Да, блин, вот ринг самый дурацкий. Тут просто нет внешних факторов. Игра проплачена. Дима такой первый. Пацаны, с вас баллы высасывают, аккуратней. Да, есть такое. Минус. А тут можно... Можно, получается... Ну, рандомно, мне кажется, лучше всего, нет? Смотрите, а помимо мили тут есть гэнг. А, это значит, мы поделены на команды? Вейвс, какие-то волны. Футбол. Давайте посмотрим... Что будет в гэнге, например? Гэнг-бэнг. Да, ну чисто быстро посмотрим, если что-то там не так. Комментатор, не делайте пока ставки на этот режим и смотрим, что тут такое. На этот, пожалуйста, не делайте пока. А, нет, тут какой-то центр квест to matchmaker. Там что-то будет происходить. Матчмейкинг. А, так это друг против друга. А почему вы синие, а красные? Я одна против вас, что ли, буду? Скорее всего. Сейчас будет гэнг-бэнг тогда. Ставьте, ребят, ставьте. А, не-не-не, я на этот режим попросил пока не ставить. Потому что нам нужно с ним разобраться сначала. А что тут? Вы реально против меня втроем? Что? Это... Мне, это же нечестно, нет? Иди сюда, один. Да вы что, ребят? Давай в угол ее. Это 18+. Ну, ничего. Контент. В угол ее тащим. Не, ребят, давай. Нет, пожалуйста. В угол ребят, ее. Ребята, нет. В угол ставь. Сопротивляется, падла, сейчас я ее ебну. Да бабушка, тебя я не хочу, дай, куда ты лезешь. А, тут согласен.
Ну я посмотрю только, рада. Просто так не дамся. Я постою, посмотрю. А если я просто убегу от них? Ой! Опа! Так, минус один. Что? Помог другому. Чего? А, типа я пережила, что ли, этот уровень? Выжить надо. Да, пережила походу по таймингу. Фига себе. То есть вы не смогли меня убить, переходим на следующий. Hold jump when moving to run. А, тут можно бегать? Run, bitch. Дим, а вот как ты оцениваешь свои успехи в КС? И в английском. Невероятный, замечательный. Волшебные. Не, ну правда, есть прогресс, да? Ой, не понял, это кто? Ого! А это... О! Ого! Ой, там еще какая-то семья пришла. А я за кого играю? Не знаю, но я какую-то бабку с кроваем. А, я за бабку. Одну. А подожди, это какие-то зеленые. А что вообще, корова какая-то тут? Это боты. А и мне все еще надо выжить, да? А может, надо зеленых убрать? Или бабулю, например? А, нет, стойте, я красная. Давай, нахуй ты меня держишь? Это тоже красный. Короче, нам бьет, нужно смотри. Против всех, кто не красные. Ну сюда иди, корова! Блин, знаешь что, Дим, вот то, о чем мы вчера с тобой говорили, я прям размечталась про эту тему. Мне так хочется этого поскорее. Ну тебе нужно просто приехать ко мне и все. Да нет, другое, о чем мы говорили. Ну вот то самое. С путешествием. Так это не секрет никакой, ты можешь об этом говорить. А ты уже говорил про это. Поедем, ребят. Ну, я ОМОН вырубил, нахуй! Я ОМОН вырубил, нахуй! Хорош. Светочка, понятно. Все, пизда, бабка чисто из дверей пришла. Все, пизда, я засыпаю. Каравай, ты сможешь или... Ты скажи, когда не сможешь. А, ты не скажешь, ты заснешь, получается, да? То есть мы поймем. Он у меня так на потоке заснул. Да? Он как-то пропал очень быстро. А, бля, Лёх, я 2 часа подремал, да. Ну как, и полежал. Да, мент. Ну как, полежал. Блядь, давай сюда, зелёный! Короче, ребят, Дима прорабатывает идею стримов из путешествий. Он, видимо, с вами уже делился на стримах этим. О, меня прям вырубило. Ребят, тест кровати в отелях. Да не тест кровати, стримы тест из кровати. Различных мест. Нет, за что меня красный? Ты с ума сошел своего? О, после ковида только. Ну да, когда это станет возможным. Да. Полетел. Приезжать в новую страну, или даже по России, в новый город, новую область. Там все свое, все отличающееся. Ходить, может быть, по гостям. Диктовать там свои правила. Не это. А прикинь, можно, так, например, кому-то из подписчиков в гости прийти, посмотреть на местные обычаи. Мне приходите. К каравайчику прийти в Москве. Придем. Диману не пущу без подарка, нахуй. Да? Я буду подарком в таком случае, если я прям к себе домой зайду. Да господи, сдохни уже, зеленый! Опа. Дина, ну не надо так. Да эта тварь не может сдохнуть. На, нахуй, туда его. Это какой-то дурацкий режим, да? Долгий. Да, дурацкий. Хочется, чтобы сразу все происходило. Блин, нам нужно рестлинг скачать, рестлинг жестче. Помните рестлинг есть в ВВЕ, серии игр? Это, мне кажется, ганбист, только там более все интереснее. Дима, давай ты командовать не будешь. Давайте выйдем из этого режима. Да, так давайте. Ебать, я такие что-то какие-то сонненькие, нахуй. Кто? Просто тебе так кажется, потому что ты уже засыпаешь. Бля, я уже вообще ебал. Ты в сонном царстве. Каравай, ты не боишься, что Фредди заберет тебя? Когда, знаешь, находишься в таком полусне. Фредди, are you ready? И бумба-бумба. Раз, два, Фредди заберет тебя. Что за волны? Забирайте дверь в квартире. 5-6. Фредди всех вас хочет съесть. Угу. 7-8. Фредди к вам придет без спроса. Нет, это не так. 7-8, у вас сегодня будут гости. 9-10, никогда не спите, дети. Нет, 7-8, да. Фредди к вам придет без спроса. 7-8, у вас сегодня будут гости. Не деритесь. Нет, 7-8, Фредди к вам придет без спроса. Нет, Дина. Это какая-то озвучка не оригинальная.
Not original. Чат, как там было? А, там было так. Решил, мышел. А, нет, это не то. Первый вышел. Хорошая, хорошая игра. Но это пока не делайте ставки, это футбол тоже посмотрим. Ой-ой-ой, корова, take it easy, bro. Капец, я злой, когда не сплю. Угу, ну, есть такое, это прикольно, но, знаешь, в такой момент прикольно делать стримы, где ты критикуешь что-то или кого-то. Это раздражимый жесть вообще. Да. Раздражимый. А что у нас три, бля, где Лёша? А где я? А куда? Что? А где? Я вообще давно умер уже, вы что-то там бегаете, выйдите из этого режима. Да, зачем нам выйти надо? Я решил посмотреть футбол, а что это такое, а почему Алексей нет? У нас Алексея нет. Что такое? Вы что, бросили меня? А куда Алексей делся? Сейчас я выйду. О, бабку бросили, ясно. Инвайт, пожалуйста. Ну, бабку бросили. Я здесь стою. Меня. Забил! Есть другая, есть, знаете, вот это. Если слышишь рядом стук, значит, где-то бабадук. Ой, так сказал. Если бабадука. Видишь в стенах люки, не волнуйся. Да ё-моё, почему приглас? Это глюки? Кинула приглашение. Это пиздюки. Блин, я бы посмотрел ужастик в озвучке Алексея. Да, я бы посмотрел тоже. Но Бабадука мы озвучивали. В смысле, на студии? Да нет, если бы. У меня сейчас будет связь с одним человечком. Кузнецова, знаете, наверняка он голос Брэда Питта, голос кого он там, всех голос. Все Влад Кузнецов, да, конечно. Да, я познакомился с парнем. С парнем одним, который и у него обучение проходил. И сейчас, соответственно, он может мне дать адрес, куда я могу скинуть свою демку и попробоваться. Ребят, поздравляю. Кого хотел озвучивать, Лёх? Я хочу озвучивать Оптимуса Прайма. А будет новая часть трансформеров? Мне кажется, всегда будут трансформеры. Лёш, ты свернут? Почему? А чё ты не двигаешься? Я бабку душу! Ты меня кто-то душит? Кровать душит. Ты меня душишь, Дина. Так, я знаю, что, Дим, я тебя душу. А, стоп, а почему мне... Да. Эй, каравай. У меня не играет игрок. В смысле? У меня тоже какая-то проблема была. Да? Ой! Ну, ой! А мы, получается, с караваем этим воспользовались? Ну, это как-то подло с нашей стороны. Это как-то подло с нашей стороны. У меня, блядь, попрыгулька какая-то, ебабка, сука! Давай, не оскорбляй. Уважай возраст. Со следующей партии в милишке, ну, вот в этом режиме... В интернете нет. Возвращаем ставки. Кто сказал? Я. Труя. Блин, Лёш, это было бы очень здорово, если получилось с озвучкой. Да, я бы хотел попробовать. Ебать, хуя ты профессионал, просто взял и выкинул. Бабка просто раскатывает. Ты чё, охуел? Бабка. Сюда, бабуля. Давай, уехал. С говном рубит. С говном рубит. Говно это значит то самое, да, кровай? Ну, что-то нечистое. Это что-то такое плохое, что мы осуждаем. Уходишь. Минута нужна, чтобы доесть, и я готов. Не трогайте, пожалуйста, Дмитрий Эликс, он сейчас доедает. Хорошо? Да-да, пойдем выкинем его. А, что? Я его охраняю пока что. Да нет, такой охраны один. За волосы, Дина! Больно. Дима, ты еще ешь? Ну, я рукой-то бить могу. Так не меня бей, я ж тебя охраняю. Тебя бабка выкидывает. Я тебя спасаю. Кровай, за что ты там держишься? Там же даже ничего нет. Давай, улетел. Ой, блядь. Бабуль, мы можем сейчас добить кровайчика. О, бабуля! Ё-моё! Ой, я ту руку отпустил, блядь! А это получается... Давай, улетели. Ничья, но победы выходит нет. Значит, не победила. Дров, получается, дров. Да, дров. Дров. Не победила. Мы наломали мы дров. Полностью согласен. Приятного аппетита, Дмитрий. Спасибо, я уже доелся. А что ты ел? Бургер. Бургер? И в зал ходит бургер. Ага. У него чит-дэй сегодня. Давай, каравай, улетел. Чего? 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 Я на месте стоял, у меня ничего не происходило вообще. Я потом резко вниз полетел. Они не знают. Че за хуйня? Дима, а как тебе после вчерашних хот-догов? Как тебе на душе после хот-догов? О, игнорит Диман старый. Так, Диман, бабуля, ты... вы зачем туда пошли? А я увидел тебя, дочка, вначале. Бабуля, да. Ах ты.
У меня очки, видишь? Хитрюшка. Хитрая бабуля. Очки, я все вижу. Это был мой секретик. Ты ко мне под юбку смотришь, дорогая. Ой, тут нет. Опять ничья, что ты будешь делать? Драф. Если ничья, то значит я не победила. Понимаете, победа это только бабуля когда вот я прям одна победила. Все остальное я не победила. Да, о, вот это прикольно, кстати. Это какой? Ты их узнаешь прям так? А, грузовики. О, у нас это первый раз. Да-да-да, приколдесный уровень. Короче, каравай, смотри, каравай, замут такая, мы друг друга не бьем. Ладно, отменяю. Каравай, ты спишь, каравай? Обезьяны, кишелоты. И большой зеленый попугай. Хер. Чисто ничего. А, тебя не было тут, Дим? Тебя там бабка раскатала. Это, кстати, тоже первый раз. Бабуль, как дела там? Не скучно в одном и другом контейнере? Не хочешь ли к нам? Невероятное, да? Невероятное противостояние. Сантехник, молодой гопник и кто там у нас? Да куда ты? Что происходит? Бабуль, алло? Давай, уехала. Блядь, смотри, меня так заебал уже. Дочка, ты мне фуру погнула. А, все, пока. Давай, уехали. То есть Алексей просто находился на другом контейнере и все. Я понял, что надо выбрать немного другую тактику. Уже вторая победа. Да, да. О, поезд. Я хочу плакать. Плачь. Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Беги от меня, я твои слезы. Зови, не зови. А что поезд такой короткий? Целуй, целуй. Примерно как у каравая. А, ну, кстати... Ой. Давай, уехал. Выглядит уже не так коротко. Да нет. Блин, опять простояние, противостояние. О, он жив еще, он прицепился, кажется. Алексей, он не добит, надо его уничтожить. Все. Уничтожай. Нет, я бегу с этим бляха-муха. Каравай там спрятался. Опа, хорош, каравай, хорош. Хорош. Крысу. Туда бабку, туда ее. Крысу сыграл. Давай бабку. А и у меня влево шагнула дура старая. Не слушается, да, блять, мозг уже нахуй. Так, в разные стороны, Алексей, я назад. Давай, давай, ушел, малютка. Дим, ты же водолаз, ты должен отлично плавать. Я водолаз, я водолаз. Нормально вроде. Ты чё, дурыла? Куда? Он не водолаз, он знаете кто? Я такая... осуждаю. Есть три. Блять, кепку схватил свою! Да! Но, нет! Нет, просто так не дамся! Я дам все просто так. Цепляется за жизнь. Да блин! Что такое каравай? Сонный паралич! Кого? Это, кстати, страшная штука. Я знаю, это прикольная тема. Прикольная? Прикольная. Дима, да. Ебать, ты приколист, я ебу. Приколдесный вы парень, Дим. Это легальный способ галлюцинацию видеть. Ясно, Дим. А ты сам оказался в этом состоянии, Дим? Ну, я был он сам галлюцинация. Сновидение, я был выше уровня. Ой, а что, мы в каком-то лифте? А, да, Дима, получается, иди, мы здесь не можем иди, умереть, иди, да, Алексей? Можем, смотри. Как? Смотри. Оп. Сейчас стекло разобьется, и все, и ГГ. Да? Да, по-моему. А вот, видишь, разбилось. Ой. Я знаю, давай, что сейчас сделаю. Давай, бабку отпустили. Сюда, все, теперь есть куда скидывать. И бабку, полетели, бабку. Мои хорошие. Не-не-не. Да, сейчас полетаете. Сегодня. Бабка Airlines недоступна. Бабка Airlines. Каравайчик там цепляется за жизнь. Так. Каравай, каравай. Кого хочешь. Улетай. Видимо, какое-то ограниченное время можно зацепившись висеть. Да. Типа силы кончаются, наверное. Силы кончаются, да, типа. У этих желешек. Да отпусти ты. Отпусти бабку. Аквалангист. Ты слушай, когда я болею за Димана. За что так? А потому что это будет у Алексея третья победа. А, да?
Иди сюда. Ну. Тут есть возможность на другой лифт перепрыгнуть. Отпусти очко. Отпусти. Улетел, давай. Дима, зачем ты отпустил очко? Ой, я не видел? У тебя там еще задралась футболка при падении. Отпустил очко. Не, ну я не умею просто. Госпожа бабуля, это хорошо было. Диман, ты ни в одну не умеешь играть. Да, еще победу дадите? Спасибо. Да я шучу, Дима. Дим, у нас в этот раз ни одной победы не было. Что такое, Дим? Я не проигрок в эту игру. Что ты в эту игру? Не проигрок. Не про, а в какую ты про, напомни? КС. Fortnite. Ты проигрок в КС, да? Стрелки в основном. Угу. Там... А что так, за смех на фоне? Так, где реакция не нужна? Там смех какой-то был на фоне после того, как Дима сказал, что он проигрок в КС. Не-не-не-не. Алексей, у меня с реакцией сегодня такая тема была крутая. Такие выстрелы. Это называется не реакция, а рандом. На раунды веселее, потому что больше происходит... Скоро, возможно, в Москву будет на дни рождения приезжать. Будет вообще классно. Будет, блядь, козел. Что? Оно поднимает, да. Смотри, летающая бабка. Ой, я, кстати, летала... Хорошо, красиво летим. Я летала, кстати, на такой штуке. Я тупо бабка. А, меня... Бабуль, как дела? Изи. Меня всосало. Бабулю просто всосало. А Димана не всосало. Я знаю эту тему, как выигрывать. Диман невкусный просто. А почему меня... Ой, я тут знаю, как выигрывать. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. В городок. На нашу улицу. Три дома, где все просто, а все и знакомо. Давай, улетел на денек. Ой, бля. Полетел. Полетел в свой городок. Так, ну и что? А как мы перепрыгнем друг к другу? А, прыгайте сюда, Алексей, я вас жду. Да, рассказывай. Давайте, жду. Видите, ну ладно, смотри. О. Ё-моё! Эй, привет! Привет, медведь. Привет от старых штиблет. Не старых, я сейчас думал, скажет. Какая ж ты молодая. Молодая соска. Соска. Ладно. Соска. Сюда, победа. Это пок-чам получается, Получается так. Ой, там кого-то. Когда чат уже не верил и не ставил. Ну-ка, тут что? Вернулась она. Соска. Давай, вылетел. Давай втроем. Блядь, мамку заебал! Мы слишком были сосредоточены друг на друге. Блядь, я маму просто с собой уносит, сука. Чисто сына из школы забирает домой. Вот-вот. Забрал. Забрал сына из школы. Дал, ушел. Блин, ринг самый дурацкий. Дай. Каравай уснул, давайте его. Дай. Я ему въебу хорошенько, ну-ка. Дай. Улетел. Не понял. На, двоих одним ударом высек просто. Получи. Нихуя себе. А что со мной? Блин, а что со мной, блядь? О, слушайте, а вы в Mortal Kombat играли когда-нибудь, ребят? Я не фанат Mortal Kombat вообще. Мне не нравится такой файтинг. Я люблю бокс. Да, мы знаем. Давай улетела, доча, ну ты чё? Да, отлично улетели, бабуль, ну. Давай, ты чё, ноги не ходят или что? Ну ты заебал. Ну пап! Смотрим теперь за этими, бать, сыном. Ну купи! Ну папа! Ну папа! Ну купи! Ну папа! Когда у тебя батя водолаз. Кто? Водолаз. А. На, Алексей, фух. Не говорите, сам испугался. На. Баллоном его как следует. Под затылок ёбнул. Под затылок. Неплохо, хорошо. Под затылок. Тарелка гречи с белой булой. У тебя, блядь, башка крепкая, сука. И под затылок. Он в шлеме, он еще в шлеме, понимаешь? Я закрываю. Каравай. Сейчас я его вырублю разок еще. Я тебя вырублю, сука. А, кстати, может, это правда пожарный? Да, это похоже... Да, это же пожарный. Да, получается, не водолаз. Угу. Сейчас пожарный. Ты как тебя вырубить, сука, ты, блядь, крепкая?
Сейчас я тебя вырублю. Да как следует. Да! Как следует. Ты его головой вот так вот. На, о, блядь, всё, блядь, улетела шапка. Куда ты там, нахуй? Куда ты, блядь? На, нахуй. Ого, ты лежачего сына в поддых еще ногой хреначишь. Дим, я не ожидал, конечно. Ты охуел? Все, сынок, поплыл, блядь. А теперь за мамой. Чатик, подписывайтесь на рассылку ВК, плюс в личные сообщения паблику Дина Блингейм отправляйте, и я сабочку разыграю сегодня среди тех, кто подписан на рассылку. Так, нифига. Сабочку прямо на стриме. Сабочку подписывайтесь, плюс просто присылайте. Только не слово плюс, а прям, ну, плюсик с клавиатуры ставьте и присылайте. Давай, давай, сука, прыгай, прыгай. На, я тебя сейчас въебу, смотри. Не звездочку, плюс нужно, блядь. Ребята. Не в чат, не в чат. Сука, лысая. А в личные сообщения вам вот модераторы кидают ссылочку. Надо. Туда. Вот, вот Владимир Котяков правильно сделал. Вопрос. Даниил Попов тоже правильно. Вот молодец. На. Сообразил. На. Вот молодчики, ребят. На, блядь. Вот Семен Макроусов. Вот сообразительные ребята. Эта битва была неравная. Она продолжалась 7 лет. 8 месяцев. И 30. Чисто, знаешь, музыку из Интерстеллара сюда бы. Сначала хотя нет, один папа. Лысый цеплял, потом другой лысый. Ну, папа! Каравай, давай выкинь его уже. Да я не могу, блять, он, о, сука... Алексей, а вы можете прокомментировать это соревнование? Давайте. Ну что, друзья, всем большой-большой привет. Мы находимся на невероятной арене под названием Эскимо. И уже у нас зеленый игрок неплохо справляется со своими... Так скажем, силовыми ударами вырубает красного, но красный не сдается. Кто кого выкинет с ринга? Эти два бойца сражают... Опять падает красный. Красный сегодня явно проигрывает. Блин, он очень быстро встает. Он очень быстро встает, но это хорошо в вашем-то возрасте. Но в любом случае, давайте смотреть дальше. Красный против зеленого. Кто окажется сильнее и заберет главный призовой фонд сегодняшнего турнира? Призовой фонд у нас невероятный. Можно будет лизнуть. Что правильно? Эскимо. И лизнуть эскимо, которое у нас разыгрывается для того, чтобы один из этих людей наконец-то лизнул. Кто же это будет? Красный или зеленый? Мы сейчас с вами узнаем. Отличный правый в голову красному и просто выкинуть его. Но нет, зеленый не справляется. Может быть, сейчас поднять и бросить? Нет, не получается. Зеленый немного не хватает ему сил, но теперь хватает красного и пытается выкинуть его. Красный сопротивляется. Красный помоложе на самом-то деле, но в любом случае у них остается всего лишь 30 секунд. За эти 30 секунд им нужно решить, кто же сильнее, либо это ничья, и никто не будет лизать. Ну, может быть. Будет, конечно, но не эскимо так точно. Ну все, друзья, 15 секунд. Нужно решать, кто здесь должен выйти победителем. Снова нокдаун. По нокдаунам так я, конечно, бы дал уже... Ну... С возрастом это тоже проблема. В любом случае, 5, 4, 3... Да не, но я тебе столько ноков там дал. Ничья, поздравляю. Ничья. Да не может быть ничьей, не может. Да как это? Ты же не выиграл. И крова не выиграл. Ничья, Алексей, не это было замечательно. Только не мне кажется, что это даже не конфета, мне кажется, это куриная ножка. Не куриная, а знаете, свиная рулька. Это свиная рулька, мне кажется, на поле изображена, разве нет? Рулька? Ну, может быть, рулька, да. Пиздюлька, еб. Гиперклэпы, чат, это было. Давай, улетел. Вот, видел, Дима, ты меня подбросил. Ха, пока, кстати. Так, крова, я не поняла, почему ты жив? О! Блять, топило! Бля, там уже отцепляется вагон, да. Блин! Я не знаю, где я? Но я выиграл. Да, Алексей, ну. Выиграл из параллельной вселенной. Хитро, конечно. Ну, бабка-то уже все старая, уже пожила. Уже как-то знает там какие-то там плюсы-минусы, нюансы. О, у меня есть идея. А ну. Секунду, не кидайте меня. Да не трогайте, пожалуйста, Ликса. Сейчас у меня есть идея, смотрите. А ну. Я назову планету именем. Это была плохая идея. Вот, я зато достижение получила. It was not good idea. Да, блядь, Дима! Алексей просто наблюдает за течением событий свысока, скажем так. Это все опыт, это мудрость. Зачем делать движение, если можно не делать? Экономи силы. Согласен. У меня есть для вас совет. Вот на этой карте не надо прыгать в горшок справа, потому что вы тогда умрете. Ну, как оказалось. Я должна была это проверить. Что, справа? Проверка прошла успешно. Ну да, там был оранжевый горшок справа, который оказался трубой, в которую я просто-напросто прыгнула и упала, разбилась. Дина, я последнюю. Хорошо, хорошо, кровайчик.
Слабый. Я уже умираю. Ох. Не, пожалуйста, не умирай, зайка. Не умирай, поживите, каравай. Лех, принеси кальян. А вы вместе, что ли? Да нет, я к нему просто поеду, кальян ему подарю. Хочу сделать его квартиру поуютнее. Ну, нахуй, тело старость. Так, Алексей, откуда вы знали, что я здесь? Ну, потому что мудрость. Не за... О! Мудрость, да, значит? Ну... Это было очень мудро. Дорогу молодым, Дина. С победой, каравайчик. Каравай, не зевай. Все, не могу, я писать хочу. Писать? Не писать, и спать. Ну, сначала лучше пописай. Алексей уехал. Кто-то получается. А, Диман, нихуя ты забыл. Это что такое? Вырубил человека. Это что было? Дина, хватайся за Димана. Да, все хорошо, все в порядке. Я попозже это сделаю. Дин, сядь ему на лицо. Попозже, ребятушки, я пока за вами понаблюдаю. Вот так вот. Бля, улетел. А, пришло теперь время. Ой, нет, не то время пришло, кровать. Вот еще. Что такое? За шиворот, сука. Сюда! Да, блядь, за шиворот же ставил. Буёк. Как же сладко он позёвывает, да? Зёва. Ну все, давай, засосался быстро туда. Не догонишь меня, Алекс, не догонишь, тебе меня не догнать. Нас не догонят. Я не собираюсь догонять. Нет. Я объебу хорошенько сейчас. Что ты сделаешь? Ручку, бабуля. Ну, хорошенько, щелкну. Бабуля, блядь! Оп. Ты меня не достанешь. Давай, бычок, отпускай. Что с ней там наваливаешь? Отпускай, бычок, отпускай. Не слушается, сука. Карга старая. Не поняла. Ой. Ура! За юбочку, ебать, понесла нам. Диман, ну ты попал! Что ты меня за брови схватил? Алло, блядь! Ого! Ого, бабуля похоронила внука! Сделала пирожки, как в той страшной истории. Пизда, бабуля. Алексей, вы знаете вот эти страшные истории про пирожки с внучком? Из внука? Да. Котлета из внука была история, были ледоскоп. Котлета из внука? Да. Какой калейдоскоп? Это, по-моему, Успенский, что ли, писал вот эти страшные рассказы? Ой! Да уйдите от бабки! Димуль, как дела? Как дела, мой хороший? Как дела? Как тебе там без ножек? Как дела? Это новый как дела. Как? Красавец держался на последнюю. Так, Алексей, пока я тут была занята смешнявками, что происходит? Почему я умираю? Нет, все хорошо, вы не все нравится. Хорошо, да, действительно хорошо получается. А, попробуйте ножку вставить между двух вот этих штучек. Что будет? А я сейчас вставлю вашу ножку. Вот примерно так, да? Угу. Ой! Нет! Охуеть, бабка, блядь. Бабуля почти заманила. А я могу взять палку и бабулю как следует этой палкой нахлобучить, интересно? Ой-ой-ой. Ну, бля, с ноги. Палку, по идее, можно брать. Нет, тут умер Дима Ликс, я не могу умереть там же. Бабуля, как дела? Господи, какая живучая бабка! Да, бабка. Нет! Улетел. Нет. У-ху! А я очень прыгучая. Сучка лысая. Лысая сучка. Леша, чтобы тебе подсказать, что это первый раз в жизни, когда ты произносишь словосочетание «лысая сучка». По-моему, да. По-моему, да. Плюс они тебе когда-нибудь произносил лысую сучку. Может быть, я когда-то это и говорил. Но это было в каком-то сексуальном подтексте, мне кажется. Это... была лысая женщина? Нет, просто бритая. А! Бритая. А-а-а. Ну, типа, давай, тащи сюда свою лысую сучку. Вот, ты понимаешь. Ага. Против такого устоять мало кто может.
И все сразу такие тащили своих лысых сучек сюда. Конечно, конечно. Я хочу пирожки из бабки. Нет, давай, давай-ка ты свои... Как бы тебе... Тебе надо... В дырку надо вот сюда. Вот, да. Нет, тоже в дырку ты у меня пойдешь. Ну, хорошо. Это в смысле... Дима, это не то, что... давай, уехала. Нет, 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 пожалуйста, нет. Уехал, уехал, уехал. Да, Дина. Блин. Там же умер Ликс. Я могла умереть там же. Я же так злорадствовала, когда это происходило. Боевая бабка. Ладно, 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 не расстраивайся. Сейчас о, это выйдешь. Классно, это классный уровень. Дим, смотри, как умею, смотри. 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 Да подожди ты, я весельем за меня, смотри. Да дай я разобью головой. Давай, давай, разбивай. Так... Давай, да бля! Сейчас пизду я спать. Ебать, Диман, десантник, сука. Блять, удержался. Дина, ты знаешь, что он сейчас резко вниз поедет? Да не. Да, да, да. Серьезно? Ой! Все, Алексей. Поддавки, поддавки начались. Да я... Пиздец, баллы канала, бля. О, Димас. А что там, Алексей поставил на победу, да, и такой, хопа. Баллы, да, да бабуля баллы. Просто оступилась, ну вы чё? Минус 20 тысяч, фасолька. О, фасолька, нормально, привет, нормально. Ксюш. Фасоль, значит, фасоль, ты меня не веришь, убыло, получается? Вот смотрите, ребят, видите вот этот оранжевый горшок? Попробуйте в него залезть, вот этот справа. Дим, попробуй залезть в оранжевый горшок. Тащи, суку, эту! На, нахуй, Димал! Димал улетел. Кровай, у меня есть идея. Пойдем лучше оба наверх к Алексею, потому что в прошлый раз он так и победил, он просто стоял наверху. Пойдем туда, наверх. Сейчас мы его... Меня мы... отпусти! Да-да-да, отпустил, все, идем. Да не один. Блять. Отпустила, называется. Очень непредсказуемая игра. Давай, внучок улетел. Оба. А, тут второй этаж. Давай, давай, блин. Итак, у нас продолжается борьба внука с бабкой. А где, кстати, кровать? А, я внизу. А, ты уже все. Ебаный ты. Жесть. Блин, меня пугает этот вид. Так. У Димы еще ни одна победа. Что такое, Диман? Ну, я не умею в эту игру играть. Ни в какой, Диман, не умеешь. Давай, иди. Чат, скажите, пожалуйста, Диме, как подбрасывать? Он с клавиатуры играет. Какую кнопку ему нажимать, чтобы бросать? Да нет, отпускать просто кнопки бросать. Отпускать shift просто. Отпускаешь, и все. Вот так берешь, подходишь, shift нажимаешь, и вот так. Вот так, да, значит, бросать? Ага, ага. Я знаю, как по-другому можно делать. Вот так. Да ты, блядь, ты такой, сука, Диман, еблан! Ну что, вот мы и остались. Опять. А как его меня характеризовать? Если там это внук и бабка, то тут у нас бабуля и, видимо, какой-то строитель пришел. Здрасте. И сантехник. Как вам такой, бабуля и сантехник? Нормально. Хороший фильм, наверное. Я сейчас четвертую звезду поставила. Так что это еще не конец. После этой партии мы кровачка отпустим почевать. Ну, спасибо. Когда вот эту партию доиграем. Я думал, я умирать буду, но... Нет, мы это не блядь, кепка улетела. Так, наученная предыдущими играми. Дим, как дела? Как дела, Дим? Нормально. Что за гонки по вертикали? Стоп, а Дим еще жив? Димуля. Дима, давай я тебе помогу, мой хороший. Давай, иди сюда. Нет. Что? Дим. Дима. Дима! Дима! Та-да-да! Та-да-да-да-да! Та-да-да! Это какой-то Титаник! Как лазить, я не знаю, я не могу немножко. Та-да-да-да-да! Который раз кровать уже так выигрывает? Чего? Я не выиграл еще! Просто безбилетник! А, вы что, там вместе сидите? Я не знаю, Лёх, ты где? Рассказывай ситуацию, я...
За пояс держусь, блядь. Просто кто-то может посмотреть на меня? А где? Как? Да, уже все. Я схватился сзади за пояс и держался за него и ехал. А он вроде отпускает потом из себя. Да, 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 да. У него потом сил не хватает. Блин, я хотела спасти Диму, в итоге умерла сама. Диму! Нормально, нормально. Как мы так головой делаем? Все, я знаю, как выиграть в этом раунде. Давай, уехали. Это какой-то бросок. Бабгот! Напрыгалась. Это какой-то бросок сейчас был. А, ясно. Из рестлинга. Фига себе, каравай врывается вперед. Стоял, вообще ничего не делал. Я тебе пизданул, бабка. Ты давай уважай старших. Я уважения не имею. Спрашивают, отгадай, погоняла Пчелкина в школе. Пчела, может быть? Да, у меня не было имени, просто меня по фамилии все называли. По-моему. Давно это было. Куда ты там цепляешься, внучок? Дим, ты что придумал? Ты зачем меня сжечь хочешь? Я так, знаешь ли, огненная. Вот так вот. Не пытайся сжечь другого, сам сгоришь. Улетел, тебе говорю. Улетел. Ловлю каравай, ловлю. Улетел. Ебать, ты охуела, падла. Что? Ого. Это грубо было, конечно, да. Не ожидала тебя, каравай. Так, давай, Дин, не пизди. Чего? Меня-то за шо? В смысле, Дим еще жив? А как Ликс еще жив? Я не понимаю. Ой, я палку взял. Ой, ебать. Он сейчас палкой греет. Бежим. Восстание Димана из огня. А где? А где он? Как бить палкой? Бабуля. Ну-ка. Он на втором... А, вот, блядь, стоит в доме, нахуй, бабуля. Бабуля в доме? Да, я сейчас... Бля, а вот ну так... ушли отсюда. Пошли. Че, блядь? Ты что хочешь от меня? Уйди, уйди. Ой, сучка. Нормально, разборочки ваши пропустила. Вы там друг друга переубивали. Чат, вам какой уровень больше всего нравится? О, получается, Дмитрий Феникс. Восстал из огня. Дмитрий Феникс! Четвертая победа получается. Все, спасибо, ребята, я сейчас сдохну. Да, я, конечно, еще с компьютером посижу, чтобы себе, блядь, режим не испортить, но я ебал. Каравайчик, отдыхай, да. Спасибо тебе. Давай, каравайчик. Ребята, вы же еще сможете поиграть? Да. Гангист? Тогда... Да, ну если хотите, мы можем в какую-нибудь другую, например, в Тетрис, как он правильно называется? Нет, Tricky Towers. Это, помнишь, то, что я тебе до этого предлагал? Но их, скорее всего, у вас нет просто. Да. По другой. Ну, вот это продолжим эту. Могу. Я до четырех поставлю. Дим, ты научился бросать? Ну так, но, честно говоря, я не фанат этой игры вообще. Вообще мне не нравится. Да, тебе не нравится она? Не, вообще она такая дешевская. Нифига себе обосрал. Не, ну она типа, знаешь, она, я не знаю, она такая, какая-то слишком детская. Ну какая для тебя, подожди, а повара, вот Overcook, ты видел, он для тебя тоже детский? Про поварят. Не, Overcook я не смотрел. Ну там тоже детские модельки такие. Не, я не помню, кстати, как выглядит. Не, ну Go это можно. Не, ну если ты говоришь, что тебя она слишком детская, то что ты... Так не, ну мы можем сыграть, ты что, детская, это же не что сыграть нельзя, погнали. Но в ней нету такого соревновательного, типа, какого-то, знаешь, такого прям, чтобы ты бился за победу. Я вот кровая скидывал все игры. Ну Go, запускай. Ладно, я думаю, просто может быть в Overcooked реально. Там нужно думать. Там нужно думать и командно работать. Overcooked? Да. То, что мы играли на днях с Ариной, Жожей и Камиком. Про поварят. Я знаю, что пишет Гуф КС. ММчик? Ну, блин, ну мы можем, конечно, попробовать, но я в КС вообще... Ты знаешь. Да не, я сейчас пока в это. Сейчас я Алексей тут стоит как раз. Сейчас я его выкину. Алексей, вы здесь? Да. Блин, надо... Надо скачать рестлинг. Вот рестлинг, мне кажется, имба. А рестлинг с VR-ом или просто? О, нифига, я перепрыгнул. Рестлинг? Нет, без VR, конечно, просто рестлинг. Давай, улетай.
Куда ты пришла-то? Так я пришла на разборки. Ну, какие разборки до тебя? Батя с бабулей. Вот, отдыхаешь, лежишь. Чисто, да, почилила. Сейчас тебе тыковку настучу. О, еще раз. Ну, и выкинуть можно. Да что ж такое-то? Смотрите, как спокойно все это делает Алексей. Сейчас тыковку настучу, такой. Давай. Ух ты! Опа, Дим, полетал. Так, а что ты не прыгал? Ты когда висишь, за что-то прицепившись... Нет. Че, нет, давай улетай. Нет. Не понял, это матрица, нокаут смотри. Двойной. Видел матрицу? Но я пытался. Все, улетело. Нет. Бабуля, wins. Чокин, wins. Мне кажется, вверху чат Ликсу тоже слишком детским покажется. Из-за того, что... Тебе не нравятся именно здесь модельки, графика? Да я не знаю, я ее не чувствую, эту игру вообще не чувствую. Я не знаю, ну вот есть такое, знаешь, что игры, которые... Я помню, я у Славы тогда давно в нее играл, она мне тоже что-то не зашла особо. Ну ничего, это не значит, что я Алексея сейчас могу... О, нихер... Да мы тебя... Ага, давайте. Уехали. Чисто втроем улетели. Тройничок, получается? Ну... Алексей... Что? Там жена, знаете ли. Так я в игровом плане. Ну вы только... вчетвером ходите? Что? Дело семейное. Мы тоже в игровом плане. Тройничок дело семейное. Хорошо. Дим, смотри, я сюда спрячусь, и ты мне ничего не сделаешь. Это цензура. Вы не знаете, что там происходит. Давай, уехал. Да, я тебя отодру. Ну, от этой штуки. Да. Как тебе? Не-не-не, мне так хорошо. Как сказать? Как сказать? Отодрать как тебе? Никак. Дима, а ты еще жив? Как никак? Да, я отодру. Отдеру. О, отодрал. О, тут есть еще крылышко. Нам повезло. Крылышко какие. Блин, дирижабли такие красивые. Я, кстати, некоторое время думала, что вот этот молоток... Алексей, видите, у меня молоток торчит, висит. Я думала, что да. Это моя костяная нога. Правда? Да. Я думала, что нет. Это такой вот регулировщик с костяной ногой. Нет, давай, блин, я хотела 500 IQ мув сделать и спрятаться на том крылышке. Перехитрила сама себя, получается, блин. Дина, во сколько завтра играл? 15:30. 15:30. IRL контент. IRL. Да, мы пойдем, Алексей, мы пойдем в гости в наш, так сказать, стримерский дом. Да, строго, у вас есть фруктовский генцу. Ой, почему я сказал генцу? Генцуховский у нас. Строгие фруктовские десауты. Они в одном доме же живут. Да. Опа, здорово. Здорово. Пока все дома устроим, знаете, будем приходить, у них чай с самовара пить, ёпта. Вот это вот все. Алексей, как там? Как там в огне? Дим, а куда ты меня понес? А сейчас узнаешь. К строге. Нет, Дима! Да ты... Бабка. Ты с бабкой опять спряталась! Мы думали, что бабка уже все кануло в лету, но нет, она спряталась чисто из окна, смотрит, как все вокруг горит. Нет, это так не работает. Какая-то самая хитрая бабка. Убер-хитрая бабка. Смотри, хотите, мы реально можем сейчас пойти в КС зарубиться? Ну, можно в КС. Можно, мы можем, погнали, ММчик сыграем. Одну катку только. Ну, каточку, да. Алексей, вы с нами? Да, но я больше не успею, только одну. Да, ну, до пяти, чтобы. Хотя сейчас, конечно... Дина будет возмущаться в КС. Но... Буду возмущаться? Мы серьезные ребята. Да? Конечно. А что еще есть?